Всем большой привет! Сейчас хотел поделиться своей конструкцией, уже давно используемой, так называемая лампа для стояночных туристических кемпингов и других вещей из доступных материалов. Эта лампа работает от пропан-бутанового баллончика. Вот он у меня здесь. И используется для освещения на кемпингах и стоянках на туристических. Может даже для обогрева немножко использоваться. Лампа изготовлена из деталей и частей, которые остались после использованных горелок. Вот она регулируется. У меня ее величина пламени. Это работает от пропана, пропан-бутана. Вообще она работать должна от ацетиленового генератора. Вот у меня ацетиленовый генератор есть. То есть она от карбида. А карбид, из него получается ацетилен путем капельным. У меня есть генератор такой для получения ацетилена. Может работать также от МАП газа. Точно так же. У него светимость повыше. Сейчас работает от пропан-бутана. Вот она регулируется. И эта лампа удобна для всяких стояночных дел. Сейчас расскажу более подробно, как она устроена. Вот я закрываю и баллончик перекрываю газ. Это обычное устройство для пропан-бутанового баллончика. В основе этой лампы лежит вот такой вот поварешка. Это поварешка, которая была приобретена за очень дешево. И в нее, в поварешку, встроен вот такое вот устройство для газовых горелок, которое уже у меня не работало. Я просто его немножко модернизировал и добавил регулятор величины пламени, регулятора. Жиклер встроенный. Это жиклер с газовой горелки, со старой. А соединен шлангами. Шланг на 6, шестерка, обычный шланг. И который достаточно герметично здесь устроен. Отражателем служит, как я сказал, уже поварешка. То есть вот этот обрезанная горелка, ее внутренняя часть, прикреплена через барашек к поварешке. А для того, чтобы она не падала, я ее помещаю на стоянке в пустую бутылку с водой. То есть вот такая вот штука. Поворачивается она, кстати. А светимость ацетилена гораздо выше и МАП газа. И горит она очень экономно. Очень экономно. И может использоваться для освещения на стоянках. А баллончик, вот он. Это тоже, значит, приемная часть. Стандартная она есть тоже от горелок. И соединена шлангами вот с таким вот устройством. Очень просто и достаточно надежно. А с ацетиленом, с ацетиленовым генератором, она светит гораздо ярче. Вот такая вот лампа. Я, может, потом подробно опишу ее. Спасибо всем за внимание. Всего доброго. Времена сейчас суровые наступают. Нужно источник света свой иметь.